От теории к практике. Ученики агрокласса Новоайбесинской школы Алаторского района побывали на Чебоксарском элеваторе. Это так называемые живые уроки. Как бы ни объясняли в школе, реальное производство интереснее. Это рост. Молодец. Это ячмень. Молодец. Это пшеница. Замечательно. Разновидности зерна ученики агрокласса уже различают. Сегодня на практике их учили определять, какого качества может быть это зерно. А для этого нужно знать все этапы превращения зерна в муку. Так вот выглядит манная крупа. Школьники и студенты на Чебоксарском элеваторе бывают часто. Во многом благодаря тому, что в 2017 году в республике открылись агроклассы. И ученики с удовольствием посещают различные агропредприятия региона. Конечно, это большая польза для тех выпускников, которые сдают экзамены ЕГЭ. Для получения профессии очень помогают занятия в агроклассах, потому что преподаватели сельхозакадемии к нам выезжают неоднократно. Вот сегодня мы находимся в Чувашхлебопродукте и очень довольны. Пользу от работы аграрных классов отмечают и сами руководители. Сначала на экскурсию, потом на практику. Многие остаются работать. Нам нужны молодые, но в то же время образованные специалисты, чтобы они горели душой, не просто пришли к нам с дипломами, а именно с желанием у нас работать. А для них мы всегда найдем работу. Олеся Круглова с выбором профессии не определилась, но после этой экскурсии точно знает, что будет поступать в сельскохозяйственную академию. Мы посетили Чувашхлебпродукт, узнали очень много нового про то, как производят хлеб, какие стадии проходит зерно, как его очищают, как его промалывают. Это для меня это очень удивительно и интересно. Эта экскурсия стала погружением в очень интересный мир профессии. Напомним, что почти 600 выпускников специализированных классов стали студентами сельскохозяйственной академии. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика.